Бобер, на тебя выходит группа. Возвращайся назад, Бобер, выходит группа на тебя, блядь, кот ушел. Бобер, тебя окружают, вернись назад, блядь! Их видишь, блядь, еще нахуй их прет, блядь, снизу. Что там на холме, блядь, идет еще? И справа еще где-то. Ну вот прямо на 220. Прямо группа. Снизу группа. Отсюда, блядь, на... Дальше группа. Тех, которых мы обошли только что группа. Ровно на юг сейчас, снизу там группа, блядь. Давай с тобой. Блядь, близко один подходит вообще, очень близко, блядь. Одиночно. На 250. Ляжьте, если не будешь стрелять, то не стреляйте. Ну, лежу, не стреляю. Делайте спейсинг побольше. Тогда отодвиньтесь пошире. Вернулась та группа, которая раньше, которую мы обошли раньше. На 330. Стоят на месте. Я не уверен, они в нас, на нас смотрят или просто так. Вы зашевелились. Блядь, зашевелились, по-моему, заметили. Нихуя себе, их там, блядь, все отходим назад, блядь, блядь, куда идти? Тебе сговорил об этом, а ты, блядь, идешь там, сука, ёбываться, блядь. Смотрите, нас боку обходят, блядь. Короче, наш план, бля, уходить нахуй отсюда вообще. Спускаемся в низину в дома, блядь, или как? Ущелье, сюда в ущелье, вон все ущелья. А нас вниз группа спускается. Блядь, они реально спускаются к нам на перерез. Блядь, здание, может, займем? Слышите, пацаны? Группа, заходим в дома, занимаем дом. Че, мы в одном доме сидим? Да, у меня 320 есть. Сколько мет? Сколько там мет? Сейчас скажу. Ну, а 150. Принял, готов. Давай, я влево. Давай. Огонь. Перелет. Стреляй, Бобер. Да. Надо было сразу так. Стол вообще не той. Все, сняли. Где? У деревьев. Блять, везде деревья. На 250. Вижу, уходят за горизонт. Нет, совсем близко. Больше их там 5. Под нами, на 250. Наверху на горе еще в нашу сторону идет два патруля. Один за гору уходит, один на нас разворачивается. Группа рядом с ним, вон у них сейчас движение побежит. Хватит, это хуя! Воронину прямо на нас. Видят, работайте. Сидит. Тормози, фур, тормози! Фур, как слышно, фур, прием. Слышишь меня? Фур? Алло? Да, привет, добрый день.
Прямо перед нами, да, вышли. На скринлайне. Противники на 330 бегут в нас, смотрят вроде. Бегут, вроде бы в нас смотрят. Вроде бы заметили. Потом, не сейчас. Пирог потом. К нам идет, блять, контакты идут, блять. Возле забора почти. Убил одного у забора. На крыше, блядь! Понял. На пусковой установке убил. Сняли. Из-за забора. Еще один там живой, блядь, по кустам ходит, смотрите. Я чуть назад, по мне очень близко работает. В низком полу стоит. Группа, соберитесь поближе, заходим в компаунд. Красная группа, мы заходим в здание, ищем заложника. Ясно. Плеер, Шилка. Шилка? Поеблан, бля. Нам пизданула, к нам Шилка заходит, пацаны. Аккуратно внутри свои, аккуратно внутри свои. Кого убили? По правой. О, что ты делаешь? Он мертвый. Блять, это случайно. Я навел на него случайно. Добра убила. Случайно прицелился. Блять, тут они лежат. Противники могут лежать за укрытиями, аккуратно. Ну, блядь. Ну, не толпитесь, проходите куда-нибудь. Обыскивайте здание. Открывайте двери. Блядь, извини. Еще один убитый, блядь. Вот гранату дымовую. Какую нахуй дымовую гранату, ты ебанул? Пирог, не лезь, дай, блядь, Рэблу там разобраться. Он сейчас будет съебывать, блядь, а ты ему помешаешь. Аккуратно, кто-то там лежит. Кто погиб? Фасил. Сквозь потолок, блядь, сверху ствол высовывался. Но они не могут стрелять сквозь потолок, они только торчат оттуда. Да у нас тут разлепилась куча людей, кто это еще погиб там? Фасил погиб, кто еще? Бобер. Бобер, и здесь кто-то еще один. Тут куча, их куча, куча. Аккуратно, на третьем этаже их дохуя. Ну слово-то.
Не очистите, очистите нафиг все третий этаж. Я под ствол сейчас подбегу. Не надо, не надо! Ну, лестница чиста, но в комнатах могут быть. Ну что, поднимаемся наверх. Поднимайся. Ладно, надо всех разобрать. Эй, нашли новых? Да, но тут мобили били. Все комнаты проверили. Окей, ну что, ждем бобращи. Бобер, да, прием, да. Ты меня слышишь? Аккуратно слово. Здание зачищено, мы нашли заложника. Пирог, зачем ты подходишь так близко? Все выходим на улицу. Я увожу заложника на первый этаж под кровать. Все, пошли. Пошли. Шло время. Блять, я бы не кошмарил. Вообще я не кошмарил.